Лауреатами первой степени стали юные артисты из Якутии. Хореографическая студия «Маленькие ангелы» приняла участие в 16-м международном фестивале-конкурсе на творческом Олимпе в Сочи. Членов жюри поразило, насколько понятно якутские участники выразили любовь к своей культуре и Северному краю. Победа детей на международном конкурсе стала прекрасным подарком для коллектива. Ведь в этом творческом сезоне студия «Маленькие ангелы» отмечает свое 25-летие. Для этого конкурса мы подготовили специальную программу, потому что мы должны были представить свой край и выбрали две композиции. Это первая композиция на музыку Надежды Докаловой «Аранчикан», а вторая композиция «Северное солнце». Почему мы выбрали эти композиции? Потому что эти композиции намного близки нашим детям, потому что эти композиции они чувствуют и понимают.